Егор, блядь. Руки сожмут твои бедра. Там не больше огня. Я переполнен тобой, ведь это больше, чем любовь. Больше, чем любая страсть. Это больше, чем роман. Это сложно описать. Это можно заменить на дешевый суррогат. Но я плотно подсел на тебя и не слезу никак. На столе недопитый макалон. Твоя голая спина цвета какао. Эмоции фонтаны. Мы сходим с ума. Сгорают ладони, касаясь друг. Ёбаный кот, ты сука! Минимум узнали, что они проследовали очень зыбкой такой и глупой дорогой петлюровских гайдамаков, организацию украинских националистов, комбатантов 14-й гренадерской дивизии СС Галичина и так далее, и так далее. Эти люди нужны исключительно как пушечное мясо. Донатность у них пропадает, они все оказываются на обочине истории, условно. Ни один человек из украинской политической элиты не станет назвать никого, кроме Бандеры Шухевича. То есть, условно, даже членов краевого провода ООН назвать это задание повышенной сложности. Я вот уверен, что, кстати говоря... Ебать долбоёб, а? Так как он выехал? Придурок! Все записал на регистратор. Сейчас назад поеду. Ой, дебилы, а! Вот куда вот летит на Волге, ты представляешь? Напрямую.
Да ёбаный ты стос-то, а! Чё, охуевший, что ли? Хорошо, я понял. Алло, да-да, Оля, сейчас тут авария произошла прямо на моих глазах. Сейчас, секунду, я подъеду. Давай. На подтопленных территориях, об этом заявил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Крысы и мыши являются переносчиками опасных для людей болезней, как известно. А в период наводнений грызуны мигрируют из дикой природы в человеческое жилье. Там они находят пропитание и спасаются от воды. Экономика Египта страдает от резкого сокращения потока туристов. За последнюю неделю количество прибывающих пассажиров... О боже. Я ты вот. Влад, ты выжил? Да. Писался, нет? Вызываем.